Всем привет! Сейчас едем погулять и по делам. Нужно заехать в Фикспрайс кое-что купить. У нас холодно. Я одела зимнюю куртку, пуховик и даже взяла перчатки. На улице ноль, лужи все замерзшие. А ночью, наверное, было вообще прям минус, вон еще снег на траве. Достаточно холодно. Видите, окна какие. Где солнце попало, там оттаяло. Где не попало, то нет. Наверное, погуляем на тропе, а потом заедем к родителям. Мама там что-то пирожки какие-то жарит. Сказала, заезжайте на обед. Интересно, резину уже надо было поменять? Приехали в гараж взять баночки, которые мы делали летом. Варенье, компот, может еще что-нибудь. Что же, не помню, что там есть. Достали компот сливовый, огурцы. Это какой-то салат, но это, видимо, прошлогодний, в этом году не делали. Это мое варенье абрикосовое. Два штуки. Приехали мы к родителям, они нас звали на обед. Ну, мы, естественно, приперлись. Ага, привет-привет всем. Обед готовим. Сейчас котлетки вот протушим, прожарим, потом протушим. И это с подливочкой. Ага, это тут у меня, ой, я Шиповник? Шиповник, да, это мы... Вы сами набрали? Да, да, на компот, ага. Там это полезный. Еще там на кекрах высушится, на подзоне. Ну, сейчас будем котлетки есть, и вы вместе с нами. Идемте гости. Да, гости только что позавтракали. Ну, это, а что, я же сказала, чтобы не кушали. Говорю, у нас, говорит, и для обед приготовим. Поели? Да, обед я еще не готовила, надо сейчас. Ой, обед-то не надо готовить, вот сейчас мы покушаем. Нет, в смысле, на завтра. А, ну, на завтра-то потом приготовите. А вот а может, еще и это. Это здесь возьмите. Это калина. Пахнет не очень. Я на вот это стаканчик хочу. Пахнет не вкусно, ну калина, у нее специфический запах. А полезная ценность какая. Вообще полезная же. Сейчас мы пирожочки быстренько. Сейчас вот здесь вот прямо налеплю. Вкусно? Денису дай попить. Сейчас это руки только помою, а в гараже блин. Калина. Че ты так скривился, ты не поняла. Все калина вот наверное. Ну как? Когда пьешь нормально, просто запах. Да, запах. А где ваш супер телевизор? Который? Про который ты вчера говорил. А! Я сейчас посмотрел уже этих каких. Объявление, что отберутся запчасти надо. А, ну запчасти хочешь отдать? Какой телевизор? С этим, с сахарком. Но она не вареная, свежая такая, протертая. Вкусно. Я-то такое люблю. Ну вот возьмешь. Это калина. Нормальная? Да. Ну. Какая кислая. Она такая горьковатая. Ну, калина, она же горьковатая, да. Вкус у нее. Я люблю. Да. А там детство хочешь ставить? Нет, все, у меня уже поставлю. Сейчас печь уже начну. Давай я буду делать. Не надо, все, Алена, не надо. Нет, я сейчас сама быстро по-своему. Вон все, уже сейчас пюре, так котлетки тушатся. Все, сейчас я сделаю. Я сейчас замою, она уже нам не надо. Нужно, наверное, другую побежать. Че? Ага. Сейчас, на стол. Может хватит, что я котлеты и все, зачем еще пирожки? Да, ну, ты что, сейчас я тебе... Целая кастрюля. Угу.
тесто хорошо подошло. Что, ты сама тогда будешь мешать? Да, дочь, сейчас я все сама сделаю. Слушай, давай тоже сделаю. Алена, кухни и дома хватает каждому. Сейчас я быстро, пока мы поболтаем, туда-сюда, и все будет готово. Сейчас я быстренько, просто вы хорошие одежды. А что, я бегом, все, сейчас мы сделаем. Че? Вон там сколько у меня баночек возьмешь? А у тебя несколько? Ой, да конечно. Я тогда вот эту возьму. Вот банку бери целую, ты чего? Вот смотри, у нас банка. Вот у нас целая банка. Все себе оставьте. Еще вот у нас, вот у нас с медом еще, которые делали. Ты что? Нет. Есть у нас. Сейчас мы будем пирожки. Такие штуки люблю. Бери. Кислые или другие? Ага, бери. Вот сейчас мы все сделаем. И пообедаем все вместе. Ой, такая красота, когда дети рядышком приходят. Их Юлечки нету. Далековато от нас болеет она. Температурка у нее. Вот. Что, болеет? Ага. Затемпературила вчера. Простыла, видимо. Это же бы не ковид. Да кто знает, у них одна с больничного с ковида пришла, а потом после ковида вернулась. Кто знает. Так, сейчас вот это более шумит, вытяжка. Ой, вот сама не люблю, когда она шумит. Корейские, это у вас бальзамы уже? И да, это папа иногда, когда замерзнет или устанет, добавляет привет. Скорее этим людям, кто высылал. Еще у нас есть половинка, пользуемся. Это Татьяна высылала. Спасибо, Татьяна, большое. Ага, еще пользуемся. А мне кажется, у нас уже нет. Уже Денис выпил. Папа тоже, когда вот устанет, или в чай, там, или так вот, немножко нальет себе. Да, ты катая, я буду защипывать. Нет, да, дочь, не надо, ты все хорошее. В смысле, все хорошее. Так, сейчас. Я с мукой делаю. Не могу вот с подсолнечным маслом приучиться, чтобы без муки. А я тоже с мукой делаю. С мукой горят они, конечно. А я тоже с мукой делаю. А я не могу. Я вот уже, пробовала. У меня тесто прямо это растекается все, когда с мукой. Это без муки, с маслом с одним. И швы у меня расклеиваются почему-то. Вот не привыкла, и все так. Я тоже с мукой делаю. Сейчас мы. Оп. Помыть? Нет, Алина, я ее потом помою. Ничего не надо. Сейчас мы вот так. Картошку разваривать. Пусть пюрешка там будет у нас. Пусть там все. Это синяя? Да, и вот эта. Она вот, так, да. Она черная, да. Она сильно разваривается. Я тоже варила. Да, сейчас мы сделаем так вот, как мы умеем. Всех приглашаем на пирожки. Приходите с нами, чай попьете. Я вот еще всегда без фартука. Как мне научиться? Уже, наверное, не научусь. Я не умею в фартуке работать. Это у нас семейный. У меня фартук не себе, я его не одеваю. Очень редко, когда все. Я не могу тоже. Хоть кузу у меня тоже в муке. Вот, и у меня. Ой, прилипают руки, посмотри, что. Еще добавь. Не, я сейчас это маслице смажу руки. Где у тебя скалка? Давай попробуем. Сейчас запить. Котлетки будут пропариваться. Вот так. Красивые, да, мне ногти сделали? Хорошие. У тебя форма вот хорошая. Так они как лапой. Надо это мукой вот так присыпать скалочку, чтобы она не прилипала. Да, мне эта форма тоже больше понравилась. Нет, хорошие, да. Да, лопаточка грубоватая немножко, смотрит, какие-то широковатые, да, они? А это вот чуть-чуть закругленное. Я в прошлый раз и Юле сказала, говорю, Юля, что ты, говорю, закругленное не делаешь? Алёна, нет, это небольшие эти я делаю, нет? Mm-hmm. Я говорю, а я тоже ей сказала, говорю, Юля, а что ты закругленное, говорю, не делаешь? Вот немножечко нет. Вот когда они закругленные, они как-то немножко
Эти грубее смотрятся. Так, это прям лошадь на стол. Я со стола прям буду их это. Сейчас. Шовчики только. Ой, надо мукой припудривать. Вот я говорю, я не это. Не умею, так не получается. Вот так где-то со столом на ложку кладешь? Ну, ты посмотри, если вот большой кружочек это получается. Все, да? Побольше, да, это все. Там нет, если тесто останется, ничего страшного, останется и останется. Это тот же, что ты мне давал? Фарш? Да. Да, ага. Только он, наверное, немножечко недосоленый, да, Алён? Как вам был? Не знаю, Денис, по-моему, да, сказал недосоленый, а мне нормально было. Да, вот видишь, это я же не досаливаю. Папа соленый не ест же последнее время. Нет, вот я не то, что последний, давно уж не ест соленый. Нет. Ой, какие-то уже они мне корявенькие и неровненькие. Сюда бы тесто добавить надо, вот сюда бы. Здесь фикс-прайс заезжали, уже все новогоднее, столько да, красоты да. Новогодней. Да, мы, это еще, знаешь, на той неделе было. Все, сейчас я тебе буду помогать. Сейчас начнем печь. Хотела там взять липучки на работу. Такие липкие эти закладки. Не было. А я даже не знаю, что такое, что за закладки. Ну, что-то липульки там, чтобы где подпись ставить, чтобы влеплять. Уже не обеспечивают ничего. Все запущают. Ну, они были, я в фикс-прайсе покупала, они недорогие, сейчас закончились. Не было. Может, в этом фиксе есть. Что все равно это. Вот та скалка мне понравилась, с крутящимися ручками. Mm-hmm. Я себе такую покупала. А я ведь однажды себе такую покупала, она мне не понравилась. Наоборот. Знаешь, почему не понравилась? Вот эта на ней, которая силиконовая, есть же насадка, она прокручивалась у меня почему-то. Ну, вылазила на ручки. Вот. А, ну это, да, просто неудобно. Mm-hmm. Это вообще ей удобно катать. Здесь же как-то приходится нажимать, а там она же сама катается. Вообще как-то это классно так. Уже в этом году не делали никакие салаты, да? В погребе. Какой-то салат Денис достал, наверное, прошлогодний. Наверное, как будто нет, то ли из баклажан, то ли... Да, но это ваши там, наверное, салаты твои. Ты же в прошлом году много делала. Вот прошлогодний, наверное, да. Ну, вот так ты же много делала в прошлом году. Так они нормальные, а что они? Ну, так по виду вроде, да. Да, все нормально. А они же крышки нормальные, не сдут, ничего. Нормально, когда качественно сделаешь, нормально. Все, сейчас начну первые эти уже выпекать. Мы сегодня еще съездили в магазин тоже. В магните мясо купили. Свининку со скидкой было вот по 200. 60 рублей, но ничего нормального. Вот. День сегодня хороший, хоть и холодно на улице, да, минус. Солнечный. Ну, солнечный. А с завтрашнего дня уже все. Начинается осень. Ну, для нашего региона уже пора. Это нормально, да. Еще хорошая осень. Балует нас осень в этом году. Ага. Уже конец октября, в это время уже вовсю слякоть было. Быстрее бы снег пошел. Уже снег, охота. Я бы вот, наверное, не смогла жить в том климате, где одно, ну, нет смены сезонов. Вот мы уже привыкли. За лето вроде потом уже ждешь и как бы зиму, уже снежок, охота. Это же это. Ну, сейчас мы будем печь пирожочки. Ага. Болеть, я уж с ней сегодня переписывалась. Ай да, Юля, к нам на пирожочки. Ой, далеко она от нас. Так, ну, наверное, вот эти даже это, тут, наверное, уже начиночки не хватит. Еще, наверное, на два пирожка нам только хватит начинки. Потому что пирожки огромные, большие. Я люблю, чтобы пирожки были как эти, в них соку больше. Ливер хороший, вкусный, если вы покупали, потому что свеженький такой ливер был. Прям это все сочное, ну и все. А это сейчас я соберу, и ничего страшного, напекем себе
еще что-нибудь. Есть же дни еще. Может, ваш холодильник? А я ее положить. Морозилку, да, морозилку, ничего страшного. И все, и напекем. Вот пирожки. Тут какой-то еще один кривой получился. О, ты много масуешь. Ну, да, чтобы они румяненькие были. Сердце такое, дочь, она много масла себе не берет. Ну, мне тоже она, сказали, да, что она ты мало масла. Да, она не берет, да. Надо вот так вот, чтобы хотя бы до половинки. И на обратную сторону перевернешь, и тогда та половинка поджаривается, и полностью получается он такой румяный. Бока не белые. Ну, они будут белые, это еще и маловато даже масла. А нужно бы еще побольше, это я еще, считаю, сэкономила. Вот. И тогда они румяные полностью, а так бачка белые получаются. Ну, хотя на вкус не влияет. Ну, на вкус это не влияет. Опять собираем пылесос. Здесь же какую-то отвертку надо вроде, да? Там, да, это когда вытаскивать ручку, сам просто на живот. Вот и весь пылесос, в принципе, тут тоже ничего сложного нет. Просто убрать. Обратно вытаскивать. Так, просто. Понял. Тут надо наклейку, наверное, убрать. Может, убедить? Ну все, можешь пылесосить, если он с зарядкой. Вот этот валик для ковров. Нажимай старт. Сейчас старт, батарейки нет еще. А, батарейки. Нет, сверху, вот это, да. Мучиться без муки, не знаю, без муки не получается. Кому там пылесосом пользовались, уже пирожки. Ага. Там пироги, а не пирожки. Ну, они такие. Целые огромные. Пироги. Выливать еще просто когда. Огромные. Это ну, что делать? Это сироп? Капусточку мариновала, как салатную. Ага. Сейчас с картофельным пюре. Если понравится, попробуй. А ты попробуй. Да, видно. А я люблю капусту. Я сама тоже мариновала, но мы уже съели. Хрустяще. У тебя же цепь какой-то есть? Да. Сегодня возьмешь банку целую тебе. Замариновал две себе. Вкусно. Но там без свеклы, по-моему, та банка. Я его делаю такую делу. Вам такая. Без свеклы. Салат, ну хоть с собой на работу брать. Да. А ты попробуй, какая она хрустящая тоже. Вкусная, вкусная. Вот такой же. Попробуй. Что? Рецепт тот же, только без свеклы. Сачок немножечко спустился вниз. Такая же. Вкусная, хрустящая. Возьмешь с собой. Вот. На работу будете все накладывать. Туда в прихожку поставлю, чтобы не забыть. Спасибо. Я вообще капусту люблю. Любую. Все. Ой, а пюрешка, Алён, такая это получилась. Жидкая. Ой, разварилась вся. Жидкая. Это вот из-за этой черной картошки. Да, вот. Я тогда варила, но у меня тоже вся в пыли. Так, все, я здесь это аж открыла. Ну-ка, надо закрыть. Все, сейчас уже эти последние пирожочки. Так, это уже гудит очень вытяжка. Ой, гудит ужасно. Все, давайте будем садиться. Так, я сейчас, наверное, котлеточки сделаю по-другому. Я, сейчас вот сюда. Да не надо. Чуть-чуть, не чуть-чуть, не чуть-чуть будет. Вот мы сейчас, кому сколько понравится, столько и возьмете себе каждый. Вот. О, сколько у нас их здесь. Сейчас я туда же и соус налью. Хотя выйду картошку, которая у меня там получилась, она и так жидкая. Вот так мы сделаем. Вот как мы будем есть. Это много для нас. Нормально. Бывает. Смотрите, сколько котлет. На четверых. Нет, еще не все. Зачем? Вот еще. Кастрюля. Еды много на столе не бывает. Пирожки. Ага.
пирожочки наши. Еды много не бывает. Ну вот жиденькая картошка. Не все вот любят такую жиденькую картошку. Нормально. Жиденькая. Нормально, она не жидкая. Ой, нет, она... У меня еще жиденькая. То, что она с подливом, ее, конечно, надо и это было. Чтоб... Ну вот картошка такая. Да и что я проворонила? Надо это не было... гритоска. Угу. Картошка не гритоска. Картошка не гритоска. Зразга. Никак у меня не получается чисто готовить. Вот почему-то всегда у меня мама так. Мама возмущается, что у нее на кухне. Ага. Правда, вот, наверное, и я знаю, что есть такие женщины. Они вот делают и тут же все моют, и чистенько, и все. А я какая-то заморашка. Да. Если я готовлю, все, у меня прям гора посуды. Я просто готовила много всего, поэтому так еще много... с тестом. Мы, считай, четвером всего были, а гора посуды все испачкала. Не умею чисто готовить. Это а прям... я ем сливы. Прям признаюсь, что не умею. Алена закрывала сливу, очень вкусная слива. Пойдем. Очень вкусная, сама ягода вкусная. И это... Мы вдвоем закрывали, я не одна же. С Дэном вдвоем. А, ну, в смысле, я не участвовала, я хочу сказать, это вот вы закрывали, да, это не мое. Очень вкусная, очень даже вкусная. Я говорю, я прям это сама слива, это моченая такая. Попробуй. Да, как... Это очень... А я попробовала же ложечкой. И компот вкусный. Ну, знаешь, можно, наверное, чуть-чуть сахарка побольше. Ну, я прям, тоже сказала, прям граммульку, если только. А мне вот не надо, мне прям а так вот такой. Это... Нет, главное, что он же не эта банка не вздутая, ничего, он же нормально переносится, хороший, прям понравился. Я вот именно такую люблю, чтобы кисловатый был. Я вот не люблю, когда компоты это сладкие. Ага. У нас сегодня это... А я с калиной наварила. Но он такой специфический запах калины, кто знает. Ну, все уж, наверное, знают. Mm-hmm. Такой вот. А мы ее когда делали, позавчера перебрали, значит, потом я блендерю через сито. Дома запах такой. Думаю, сейчас кто-то, если зайдет, нам скажет, блин, вы что-то... Как тут... носки не стирали. Да-да-да, чем каким-то потом каким-то. Вот она у нее запах же свой такой. А раньше же еще пироги пекли, бабушка наша пекла. Да, да. Ну, пироги, они, знаешь, вот вкусные тоже. Но вот эти пластинами, вот там плеваться. А, там просто... же косточка пластинчатая, ну, такая. Ага. Мне кажется, я через весь нож затупила на этом. Через эти пластины. Они же такие прям, как эти, жесткие. И вот пробандерила. И потом это сварила компот. Ну ничего, он такой какой-то вот, тоже со специфическим запахом. И ну, такой... Калина же полезна. Калина, она очень полезна, да. Она что, с давлением не снижает? Она вот от давления калина. Вот да? Как раз мне. Я буду есть. Вот. Раньше всегда ее. Ну, еще раньше это моя мама, бабушка, они же парили в чугунах или в печи, напарят ее, она такая. И она почему-то всегда вот эта пареная стояла в коридоре где-нибудь там под лавкой. Воняла. Ага. И вот они, видать, я не знаю, за счет чего она не пропадала, то ли тоже с сахаром они ее перепаривали, может, из-за этого. Вот она стоит под лавкой там в чугуне, и вот когда надо эти... А, пироги там из печи достают, пекут с нее пироги, а там же сок, я помню, бабушка всегда ходит, ой, что-то голова мне заболела, надо калиного соку попить. Вот она пойдет, зачерпнет, сейчас водичка разведет, пьет. А мы-то детство. Фу-фу. Надо почитать, почему она. Может, она... Замочки. Вот тут слоями, мужик говорит, я рыбу сушу, этот продавец. Ну, это для фруктов, что ли? Да, яблоки слоями также хочу, да. На улице. Да, да, да. Что, видишь, сюда ни мухи, ни осы, ничего. Вот здесь вот, видишь, дверца, замочек. Разложил, повесил на солнышко. Допустим, начался дождь, раз ее, да в теплицу занес. Сколько такая стоит? Вот за эту мы отдали 500 с чем-то, а та побольше еще, та 600. Ну да, прикольно это. Ну вот хочу эти самые купить вот тут уже. Вот. Я из севера хотела просить. Я из севера хотела ее привезти. Мне сказали, мы тебе сами сделали. Прикольно. На, да. Нем, на нее много туда, смотри, это. Ярусов-то много на нее. Поехали мы уже от родителей. Мама дала тесто, дала котлеты. Сейчас только сварю гарнир какой-нибудь, пирожки, морковку я попросила, Калину. И вот такую капусту я люблю. Она быстро солит.
Надо спросить у нее рецепт, а то, может, будете спрашивать. Я вам, наверное, оставлю под видео, спрошу у мамы. Вот так. Сейчас Денис привезет мне курочку, я сделаю из нее бульон. Котлетам, наверное, отварю гречку и все.